Добрый день, сегодня анбоксинг. У нас трешечка от компании YJ, но не обычная, а вогнутая. Я видел эту головоломку в магазинах, но покупать не стал, поскольку это очередной шейп-мод трешки, который мало чем отличается от обычного кубика 3х3, кроме своей формы. Недавно я вернулся из чемпионата в Саратове, YJ Special, где мне удалось занять 2 призовых места в официальных дисциплинах и 2 в неофициальных. А спонсором этого чемпионата была компания YJ, которая предоставила головоломки за каждое призовое место. Вот этот кубик был одним из призов. То есть, покупать я бы не стал, как подарок, почему бы и нет. А я, прежде чем снимать этот анбоксинг, долго думал, как его назвать, поскольку на коробке название написано очень невнятно. То есть здесь вот только половина строчки от названия. Поэтому мне пришлось поискать в магазинах такую же головоломку. И я нашел. Вот эта вот надпись расшифровывается как Джин Джао. Мой китайский великолепен, я знаю. Если это произносится не так, поправьте. Я старался. Коробочка характерна для YJ. Такая под кожу. Красиво и недорого. Сам кубик имеет такие вот светлые, нежные цвета. Зеленый он прям салатовый, розовый, голубенький, светло-желтый, светло-оранжевый, белый обычный. И главная особенность – это, естественно, форма у этой головоломки. Посмотрим, как вращается. А вращается очень даже неплохо. Видимо, сделан на базе какой-то неплохой бюджетной трешки. То есть я вот ничего с этим кубиком не делал, только распаковал. Отлично вращается. Кстати, по-моему, этой трешкой даже можно собирать на соревнованиях. Я не уверен, если делегат какой увидит, поправьте меня. Вроде все углы одинаковые, то почему бы и нет. Если бы один угол такой, другой обычный, то было бы, наверное, нельзя. Но здесь все одинаковые, и поэтому можно. Вращается неплохо, давайте соберем. Цвета пока непривычные, поэтому будет это не быстро. Уголки с одной стороны добавляет интерес в сборке. Так. С другой еще немного отвлекает. То есть алгоритмы на скорости не все получается делать. Собирается хорошо. Давайте посмотрим, что внутри. Такое вот ребро. И вот такой угол. Не знаю, на базе какой головоломки это сделано. Но что-то даже и не хочется выяснять, поскольку вряд ли эта трешка будет особо популярной. Но так чисто для коллекции. Как я уже сказал, покупать бы я не стал. Но так. Даром оно приятно. Поскольку я занял 4 призовых места, мне, соответственно, нужно было выбрать 4 головоломки. И я выбирал разные. Там еще были скьюбы. Скьюб я почему-то бюджетным брать не захотел. Тоже от YJ Mirrorblocks'ы. У них уже много. Но такой вот трешки не было. Я взял трешку, четверку и 2 пирамидки. Как раз пирамидку собирать будет сын. Про нее отдельное видео сделаю. Так, вполне неплохая трешка. Которую я не буду советовать для скоростной сборки, хотя и вращается неплохо, так чисто для коллекции. Стоит головоломка недорого, у кого будет желание, можете обратить внимание на нее, но особой ценности какой-то не несет, но вращается да неплохо. Еще разок соберу и будем закругляться. Немного непривычные цвета. Это опять же дело вкуса. Может быть, кому и наоборот понравится.
Тут вогнутая форма, как на скьюбе от X-Men, кому-то может показаться даже удобнее. Без привычки иногда чуть-чуть мешает. Но вполне неплохая бюджетная головоломка. Ну, больше она для коллекции или так, ради развлечения. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.